неплохое название для группы, конечно. А песня «Сити Бретер». Как у тебя охуенно вниз, я смотрю. Поговори еще что-нибудь. Я могу сказать кронч, да. Оказывается, так как раз и понимают.
пациента, но я ее не видел. Пациент был тоже реагирует там с открытым ртом, ничего делать не мог, и сказать тоже. Если нас пользуюсь. Да, такой типа, знаешь, например, встает со мной. Да не, на самом деле последние пару раз, когда я ходил к стоматологу, да, в принципе, нормально. Единственное, вот я больше всего не люблю, это запах зубной крошки, ну вот, сгоревший такой, вот, ну, вот это вот прям, у меня от этого тошнит, как сидеть, начинается вот это. Как ты заметил, я вообще не люблю все, что связано с тошнотой. Удивительно, кто такое любит, да? Да. Не, меня тут этот запах вообще не напрягает. Я этот стенд, например, вывел. У меня прям... Но... Хочешь, чтобы зубами все было хорошо и больше не болело, да? Блин, я не помню. Она просто перешла на другую клинику. Сейчас она не всегда работает, но начинает клиники. А, так. Да. А, снимается дня в клинике, входит какая-то семейная симптология где-то из этого просвета. Я просто не помню, то ли София, то ли какая-то топовая клиника. Очень дорогая, но очень хорошая. Но там я был не только один раз на чистке зубов. А так я в Мурино, точнее в Буграх учился. Ну, конечно, да. Ну слушай, вообще надо, только надо притянуть. Сначала надо еще денег заработать. Блин, ты все равно с зубы за эту день не будешь. Это понятное дело. Но у меня есть идея фикс, мечта сделать зубы. Ну, в смысле, привести в порядок. Потому что у меня уже не все так хорошо. А еще идеально было бы это... выровнять всю эту хуйню. Ну, ты брейк поставил? Есть брейк, это и есть. Если ты сильно мешаешь, то...